Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала. В этом видео я расскажу, как посеять эустому в торфяные таблетки. Торфяные таблетки я заливаю всегда горячей водой, так они быстрее разбухают. Эустому можно посеять и сразу в грунт, но в чем плюс торфяных таблеток? При пикировке в торфяных таблетках меньше травмируются корешки эустомы. Чтобы торфяные таблетки не пересыхали, я всегда беру слой вермикулита, раскладываю по контейнеру. Контейнер я беру высотой 8 сантиметров. Слой вермикулита я беру примерно сантиметра 2-3. Когда я первый раз выращивала эустому в торфяных таблетках без вермикулита, то очень сложно уследить, чтобы торфяные таблетки не пересохли. Эустома обычно всегда внутри пакетика обычно всегда по 5 штук семян. Семена можно раскладывать зубочисткой, намочив кончик в воде, а можно просто разложить руками в центр торфяных таблеток. Семена у эустомы находятся в оболочке, поэтому обязательно нужно их размочить. Можно опрыскать из пульверизатора, а можно из пипетки по одной капле. Прорастают семена эустомы примерно дней 10-12. Вот я сейчас увлажняю немножко, потом закрываю крышкой, и температура для прорастания семян в пределах 20-22 градусов тепла. Вот таким образом я сею эустому в торфяные таблетки.